Коломенский завод тяжелого станкостроения часто называют заводом заводов. Он выпускает гигантские уникальные станки. В создании каждой новой модели вместе с конструкторами и технологами активно участвуют и рабочие. В третьем цехе на сборке работает бригада героя социалистического труда Александра Ивановича Федосеева. Из года в год совершенствует она технологию сборки, создает новые инструменты и приспособления. Детали, весящие десятки тонн, требуют самой тщательной подгонки. Их нужно собрать с микронной точностью. Федосеев и его товарищи гордятся своей работой, ведь именно им доверена сборка безупречно точных станков, известных всему миру.